Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы вязать ничего не будем. Я буду анонсировать вот такую книжку и сделаем небольшой анонс следующих фильмов. Значит, выпущена первая книга. Будет серия из 5 книг, не 4, как написано здесь. Вот она, такого формата, подарочный. Значит, здесь в предисловии я указал полностью, что и как, какая книжка, что будет содержать. Но в личной переписке это все может измениться, как во второй книге, так и в третьей. В первой книге я коротко скажу. Здесь все ознакомительное, такое как энтомология, жучки наши всевозможные, все описано, расписано. Показаны ваши работы, которые в нашей личной переписке, и моих друзей, всех вас, которые приняли участие тоже в создании этой книги. Ну и, естественно, вот я сделал небольшую такую закладочку. Я новое, их на канале абсолютно нет. То есть я вяжу абсолютно все новые мушки, их порядка десятка штук, которые здесь шаг за шагом, степ-бай-степ, мы с вами это изготавливаем. Полиграфия, как вы видите, здесь достаточно хорошая. Все у нас глянец. И самое, что такое для вас будет познавательным, это то, что здесь у нас будет описано, вот как я и обещал. Я поместил здесь определенное количество рыб, которое выбрал, самое вы, которое задаете вопросы в переписке, что на что ловить. Я здесь начал давать вам ответы, но в третьей книге мы уже конкретно с вами будем рассматривать. Анонс второй книжки будет несколько позже, поэтому для начала, что мы с вами сделаем. Я оставлю адрес, если у кого будет возникать желание, пожалуйста, вы можете связаться со мной. Здесь вот клинкхаммер, тоже из подручных материалов, которые мы вяжем, не имея практически ничего пошагово. Майских жуков, гусеницу, вот которую и мокрую, и сухую, несколько вариантов. То есть первая книга больше будет ознакомительная отчасти, как и для поплавочников, так же и для нахлыстовиков. Вот вторая книга, там уже более конкретно это будет путь в нахлыст. И что самое для вас, как я и обещал, будет ряд фильмов. Первая книга идет без диска, вторая будет идти, вот я вам показываю, я уже заготовил вот такие чертежи для второй книги. Мы будем плести с вами подлесок. Именно плести, не крутить. Вот как я уже неоднократно показывал, это уже я плету вот такой шнур для 5-метровой тенкоры. И на основе этого мы с вами потом рассмотрим метод плетения, как все со всеми схемами, какой должен быть длины, чтобы вы уже могли изготовить сами. Во второй книге это все есть. Коротко, третья книга будет посвящена вот всем таким вот покупным материалам, которые есть в магазинах, и то, чем мы с вами можем заменить, используя магазин наших животных. Опять же, как я уже каждый раз говорю, то, чем мы можем заменить это, грубо говоря, за 3 копейки. И, соответственно, буду отвечать на ваши вопросы. Так что, друзья мои, благодарю вас за внимание. Пожалуйста, если у кого возникает интерес, все будет по адресу в почте. До свидания, благодарю вас за внимание.